we'll look at after the sun salutation, which is a warm up. Maybe you do the warm up now. Olga, okay, you can start now. Sun salute. We will not comment much on sun salute, except that it is a warm up. Мы не будем слишком много говорить про приветствие солнца, потому что это согревающее упражнение. In order to do precise muscle control in the asana, для того, чтобы иметь постоянный контроль, внимательный контроль над мышцами в асане, you need initial stretching. Вам нужна постоянная растяжка. And this is what sun salute is. И это то, что делает приветствие солнца. Растягивать спину. Stretching the front side. Растягивает переднюю часть тела. By doing a few rounds of sun salute. Делаем несколько раундов приветствия солнцу. The capacity to contract in the muscle becomes better. Мышцы, способность мышц сжиматься становится лучше. So even on a very hot summer day. И даже на очень жаркий летний день, во время жаркого летнего дня. You should always do some sun salutes before the asanas. Все равно нужно делать несколько приветствий солнцу перед выполнением асан. Also, it's very good for breathing. И также это очень хорошее упражнение для дыхания. As you bend back, you inhale. Когда вы наклоняетесь назад, вы вдыхаете. As you bend forward, you exhale. Когда вы наклоняетесь вперед, вы выдыхаете. On two square meters, на двух квадратных метрах, you move almost every muscle of the body. Вы двигаете, вы задействуете практически каждую мышцу тела. If you find that your mobility is not very good, если вы чувствуете, что вы не очень мобильны, не очень гибки, just do sun salute. Просто делайте приветствие солнцу. The sun comes every day. Солнце встает каждый день. So why don't you salute it every day also? Почему вы не приветствуете его каждый день также? It's really an excellent type of exercise. Это удивительное упражнение. Once I see sun salute, I get inspired. So you have to continue now, sorry. Каждый раз, когда я вижу, как кто-то делает приветствие солнца, я получаю вдохновение. One of the main problems of stress. Одна из основных проблем – это стресс. It's lack of movement. Это происходит из-за недостатка движения. This is why doctors prescribe sports. Вот почему доктора прописывают заниматься спортом. When people have a lot of stress. Когда у людей слишком много стресса. Sun salute is a very systematic aerobic exercise. Yeah, aerobic means it makes you breathe, no? Приветствие солнца – такое систематическое аэробное упражнение, аэробное с точки зрения того, что оно заставляет вас дышать. You warm now? It's okay? Yes? Okay. Then we are ready for asanas. Relax for a moment. Let us... We all know mobility will come. That's clear, no? Гибкость, вот эта мобильность, она придет.